Всем привет! Это видео будет посвящено таким прекрасным машинам, которые были еще конца 19 века. Это Зингер. Сложно сейчас сказать, как именно она называется. Вот, единственное, что видно, номерные названия. Номер. Вот они, патенты. Это 1882 год. Ну и, собственно говоря, периодически такие машины попадаются в ремонт. Сейчас эта машина после ремонта. Вот она, трикотажик. Шьет. Мягенько довольно-таки. Работает намотка. Моталка. То есть все корректно. Особенность этой модели, что в очень хорошем состоянии сохранилась заводская комплектация, люди очень аккуратно ухаживали. То есть вот если поискать в интернете, очень такая богатая комплектация шла в машинке. Вот, только лишь некоторые из лапок, это подгибка и так далее. Изначально она устанавливалась в станок, то есть видно прорези для ремня. То есть сверху закрывалась колпаком. Ну, довольно-таки все продумано было сделано. К сожалению, не так, как делают сейчас одноразовые машины, которые в лучшем случае хватает лет на 5. Даже если провести грубый подсчет, ну, с 1891 года, ну, на сегодняшний день, 2020, ну, как минимум 130 лет вот этой машине. И несмотря на то, что уже прошло столько времени, машина довольно-таки хорошем состоянии, до сих пор работает, несмотря на выработки и все остальное. Что отличительная, какая особенность этой машины? Сейчас вот открыл лючок, видим челночное устройство типа пуля. То есть вот оно ходит, корректно работает, ну вот по уму сделано все. В Советском Союзе подобная машина выпускалась, называлась госшвей-машина. Тоже таки довольно получила большое распространение. Но тем не менее, еще до госшвей-машины был Зингер, который на своих мануфактурах или фабриках, ну, скажем так, запатентовал и отработал вот такое чудо, которое до сих пор еще встречается у некоторых людей, работает и до сих пор поживает. Если у вас такая красота, цените ее. Помните, что очень большие усилия были приложены для того, чтобы такую технику разработать, запустить. Сейчас это не просто антиквариат, а в особенности в рабочем состоянии. Можно сказать, что это даже очень большое чудо. Такая вот похвастушка и ответ на вопрос тем, кто спрашивает, занимаюсь ли я ремонтом старых машин. Ну вот, насколько старая, ну, думаю, ответ становится очевиден. Конец 19 века, ну, можно сказать, что достаточно старая. На этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите остальные видео. Если есть какие-то вопросы, можете отписаться в комментариях. Вот. Ну а на этом все и до новых видео.